Ну вот, сейчас мы находимся в бухте в Сейварде. Здесь отсюда сплавляет лес дальше по океану. Лес рубит, щепки летят. Все. Здесь вот мы. Рада просто уже хочет выскочить во что бы то ни стало. Погулять. Дядя Толя открывает ее, выпускает. Сейчас она исследует новые земли. Но мы вот тоже исследуем новые земли. Вот. Такая вот бухта в Сейварде, гора. Все, выход. Залив Стрейт Джорджи называется. Вот. Наверняка где-то тюлени должны плавать. Здесь много должно быть тюленей. Здесь много тюленей должно быть, дядь Толь. Да, должны быть. Да. Да. Вот рыболовецкие эти шхуны стоят, рыбку ловят. О, какая красота. Бухта. Живописная. Да. Горы вокруг. Погода, смотри, как. Погода разгулялась, наладилась. Ну, водичка здесь, конечно, идеально чистая. Можно видеть. Камешки аж прям все голубые. Келси Бэй Верф. Он уже по-русски не могу произнести ядреный корень. Ну все. Вот он, приехали. Вот он, значение. Сейчас мы дядю Толю еще пофотографируем. Всем привет!